5 угнанных иномарок обнаружил Интерпол в Иркутской области. Машины были похищены в разных уголках страны от 2 до 16 лет назад. Все автомобили марки Toyota, Land Cruiser, Corolla и Highlander. Транспорт помещен на арест-площадку. После оформления всех документов он будет передан законным владельцам. Всего с начала года в Приангарье было обнаружено три десятка краденных авто.